Что ты делал в Зеленограде вместе со своим товарищем? Зачем вы туда поехали? В попытке взять чужого имущества, телефон. В попытке разбоя, да? Не разбоя, а кражи. Кто газовым баллоном брызгал? А ты что делал? Я был рядом. Ты смотрел по сторонам? Типа того. Вину признаешь свою? Вина за что? За то, что вы соучастник. Телефон похитили, да, соучастник. Телефон куда вы дели? Оставили. Оставили, он сейчас здесь лежит, да? Все верно, папа. Все верно. Что с ним планировали сделать? С телефоном? Пока еще ничего. Ну, продать, реализовать. Деньги поделить пополам. Нет, про этого не думали, потому что ну, вдруг произошла какая-нибудь ситуация. Ну, я понял. Ну, вину в итоге признаешь свою? Ну, и вы, соучастие в преступлении, в разбойном нападении на курьера конкретно. Вы же здесь находитесь, правильно, правильно. Значит, естественно, вы поймали лично. Значит, по факту, да. А что мотивировало? Зачем? Нехватка денежных средств или что? Да, верно все. За что задержан? За кражу телефона. Не кражу. Что совершил? Каким образом? За нападение и кражу. С применением чего? Баллончика газового. Телефон где? Нашли же уже. Ну ты содействуешь, нет? Рассказывай. Телефон на балконе, по-моему. Планировал что сделать с телефоном? Продать. По какой причине совершил преступление? Причине того, что нужны были деньги.